Символическое зажжение газа как старт нового этапа жизни села Молочное. Сегодня в торжественной обстановке по центральному газопроводу пустили голубое топливо, которое пришло в более чем 80 местных домов. Сегодня мы присутствуем при историческом моменте. В сжатые сроки Межрегион Газ со своими подрядчиками протянули газопределительные сети, установили газопределительное устройство, и сегодня состоится пуск этого устройства в эксплуатацию. Этого события жители улиц Садовая, Первомайская и Пионерская ждали больше 10 лет. Ведь значительная часть села Молочное давно газифицирована, а вот десятки домов в частном секторе оставались не у дел. Теперь для почти 400 жителей все изменилось. Общая протяженность вновь проложенного газопровода около 2 километров. Трубы проходят вдоль жилых домов, что позволяет всем желающим завести газ на свой участок. По улице Строителей, Садовая, Пионерская и Первомайская сделали 1800 метров, прошли низким давлением, дает возможность подключиться к газу всем желающим. На сегодняшний день к нам поступило уже 16 заявлений на подключение к природному газу. Сегодняшний пуск газопровода – очередной этап газификации городов и сел Вологодской области. Голубым топливом обеспечено более 60% региона. Работа ведется непрерывно, но сейчас важно сделать еще один шаг навстречу жителям – разъяснить процедуру оформления документов для подведения газовых труб непосредственно в дома. Эти расходы – около 100 тысяч рублей для каждого домовладения – вологжанам предстоит взять на себя. Консультации специалистов, которые объяснят все детали и помогут выбрать оборудование, будут организованы непосредственно в Молочном на базе центра по работе с населением. Екатерина Олейникова, Максим Тышковец, Вологда РФ.